Дорогие телезрители, мы представляем вам гейзерную кофеварку от компании «Ирит Горячий Кофе». Материал корпуса, алюминий, объем чаши 450 мл, цена Shop & Show 1090 рублей. И это еще не все. Если вы покупаете гейзерную кофеварку, мы дарим вам в подарок кофемолку. Потому что настоящие любители кофе потребляют только свежемолотый кофе в зернах, которые они, естественно, используют сами. Оль, ты какую предпочитаешь кофе? С какими добавками? Ты знаешь, я люблю добавлять в кофе фисташки. Здорово. Я спросила потому, что на самом деле... А плюс нашей кофемолки и кофеварки в том, что мы можем делать кофе буквально с любым вкусом и с любыми добавками, которые мы только хотим. Я сейчас положу сюда кофе в зернах и положу фисташки. А я хочу тебе спросить еще, а что ты предпочитаешь, кроме фисташек, добавлять в кофе, потому что мне захотелось сегодня проявить бурную фантазию. Я предпочитаю и корицу, и, кстати, перец я тоже очень люблю добавлять в кофе. Знаешь почему? От перца худеют. Да? В таком случае, давай, знаешь, добавим не корицу, а кардамон, потому что от кардамона худеет тоже. Ты когда-нибудь пила кофе с кардамоном? Нет, никогда не пробовала. Здорово. А, давай сейчас попробуем перемолоть это все нашим прекрасным подарком. Вот, я думаю, достаточно. Считанные мгновения, наш кофе готов. Да, достаточно хороший, кстати. Слушай, говоря, отличный подарок, правда? Такие мелкие, да. Ну и самое главное, что это свежеперемолотый кофе, то есть он не теряет своего аромата. Там, например, как при длительном хранении, да, непонятно от чего. И мы совершенно четко знаем, что здесь находится исключительно молотый кофе и те добавки, которые добавили мы по нашему собственному желанию. Дорогие телезрители, кофемолка идет в подарок гейзерной кофеварке. Цена Shop & Show 1090 рублей. Ну, назовем этот кофе фантазия от нас с тобой, да? От Галины и Ольги. Ну, давай на самом деле, давай поговорим, собственно, про гейзерную кофеварку, коль скоро она является героиней сегодняшнего дня. На самом деле, это довольно-таки старый предмет в истории человечества, то есть она появилась в начале 19 века, изобрел ее, согласно легенде, парфюмер. А парфюмеры, ты сама знаешь, люди такие хитрые. Же, какие да, у тебя и данные. Приспособленные к жизни. А что она собой представляет? Ну, прежде всего, она представляет собой алюминиевый стакан на две чашки. В него вставляется емкость, в которой насыпается кофе, сверху закрывается. Давай нальем. Давай нальем воды, во-первых, да? А то, что она из алюминия, это кофеварка, большой плюс, потому что алюминий быстро нагревается и очень долго остывает. Соответственно, кофе быстро готовится и медленно остывает, что нам, собственно, и надо. Теперь мы утрамбовываем кофе, правильно я понимаю? Мы засыпаем, конечно, да, обязательно утрамбовываем, чтобы он получился насыщенным, чтобы аромат не терялся, да, чтобы ничего у нас... Ой, какой запах божественный, дорогие телезрители. Как же неудобно стоять с туркой, правда? Ведь вы на мгновение отвлечетесь, и все, вся плита. Вот, кстати, вся плита уже, которая испачкана, ее нужно мыть. Ну а здесь все легко и просто. Всегда будет идеальная чистота. Чистота будет идеальной, кофе будет прекрасный, между прочим, потому что настоящие любители кофе, к коим мы относим и себя, и наших телезрителей, для которых мы сегодня делаем такие огромные подарки. Недаром этот предмет насчитывает 1,5 века. Давай включим нашу плиту. Потому что это готовится изумительного качества кофе, и самое главное, что при этом... Ты достаточно свободный человек, то есть ты поставила и пошла. Итак, дорогие телезрители, сегодня мы вам предлагаем гейзерную кофеварку «Горячий кофе» от компании «Ирит». Цена Shop & Show 1090 рублей. И это еще не все, ведь в подарок мы дарим вам вот такую кофемолку, которая пригодится вам не только для перемолки кофе, но и для перемолки орехов. Да, что еще можно перемалывать там? Можно сахарную пудру, можно перемалывать любую крупу. Там, например, вдруг тебе захотелось немножко овсяной муки добавить или гречной, ты перемалываешь крупу. Очень-очень нужная вещь. Орехи перемалывать, мы уже говорили об этом. Ну и любые такие маленькие твердые предметы, специи можно перемалывать, какой-нибудь там лавровый лист. Траву сухую можно перемолоть, между прочим, тоже иногда очень полезно. Ну а пока иногда, у нас готовится кофе, знаешь, я предлагаю вам сварить еще один турецкий кофе. Потому что фантазия наша не знает границ. Турецкий кофе, кофе замечательный, своеобразный, естественно, для больших таких гурманов, которые любят позабавиться чем-нибудь оригинальным. Ты имеешь в виду кофе с чесноком? Кофе с чесноком. Не удивляйтесь, дорогие телезрители, это великолепный кофе. Да. Кофе по-турецки. Ну, вот мы можем смотри. Натереть чесноком мы нашу емкость. Мы натираем чесноком, да, нашу емкость.
Заливаем водой. Да, точно так же в намазанную чесноком турочку, а точнее эту емкость, мы закладываем кофе. Ага, кофе с чесноком, по-турецки, как я люблю. Да, и давай немножечко положим сюда перца сейчас. Давай, перца. Но еще мы можем положить сюда и корицу. Давай экспериментируем. Нет, я думаю, чеснок с корицей это будет очень-очень да? ядерно. Ну да, хорошо, ограничимся не по-турецки. Так. Вот суть в том, что все надо немножечко элементарно засыпали, да. Утрамбовали, закрутили, поставили на плиту, и кофе готов. Утрамбовать это как-то так очень звучит, да, на самом деле, вот так придавили ложечкой, и все. Угу. Так, воды налили, все, осталось закрутить. И поставить на нормальную горячую поверхность. Включаем нашу плиту. Все, можно сказать, мы свободны. У нас начинается нормально активное, бодрое утро, потому что кофе кипит, причем он кипит в нескольких вариантах. А мы занимаемся своими любимыми делами. Какими? Да какими угодно, можно заняться своими детьми. У нас всегда куча дел. Дорогие телезрители, гейзерная кофеварка просто должна стать вашей, ведь она идет в комплекте вот с такой вот замечательной кофемолкой, которая вам очень пригодится. А наш кофе уже готов, и я предлагаю, Галина, отведать нашего кофе. Мы выпьем наш кофе, и я думаю, что пора пожелать нашим телезрителям не только приятного приобретения, но также и доброго, активного, здорового, свежего утра.